Руслан Белый исчез с экранов российского ТВ, так как стал негативно высказываться о родине. Теперь комик живет за границей и пытается строить карьеру по-новому. Белый стал известен после того, как появился в КВН, затем он работал в Comedy Club. Но настоящая слава пришла к комику вместе с шоу Stand Up на ТНТ. Руслан выступал ведущим и продюсером проекта. Спустя время он ушел с этой работы, и уже несколько лет программа существует без него. Периодически в эфир выходят старые выпуски, где Белый все еще принимал участие. Однако зрители заметили, что юмориста все же вырезали из 7-го сезона. Участники передачи теперь выходят на сцену не после комментариев Руслана, а под музыку. К слову, сейчас мужчина продолжает карьеру, проводит концерты. Недавно он опубликовал собственное шоу, но доступ к просмотру бывший КВНщик дает не всем, чтобы посмотреть видео, зрителям нужно заплатить. Ранее Белый признавался, что не очень-то скучает по своему детищу. По его словам, работа над проектом давалась трудно, участники шоу посвящали креативу слишком много времени. «Мы не виделись с родственниками, не общались с внешним миром. Я не скучаю по этим временам. Это был такой ад. Творческий рай, но физически ад. Я тот человек, который легко расстается с прошлым. Я не рефлексирую, вспоминаю прикольные моменты, но говорить, вот как было здорово, нет. Легко расстаюсь с людьми, все, что сейчас не со мной, мне пофигу», — говорил он в YouTube подкасте «Время от времени».